Минувшая суббота в Иванове выдалась особенно громкой. В областном центре состоялся этап чемпионата России по автозвуку. Мощностью и качеством звучания мерились 58 автолюбителей из Москвы, Владимира, Костромы, Нижнего Новгорода. В Иванове подобные состязания проводятся не первый год. Интерес к ним постоянно растет и у участников, и у зрителей. Для кого-то самоцелью является победа, а для кого-то – участие. Это способ самовыражения. Прежде всего себя показать и только потом на других посмотреть. Смотришь, как делают ребята, что-то заимствуешь у них, ну и что-то свое добавляешь. У каждого своя какая-то изюминка. У меня это диски и сама как бы посадка автомобиля. Пневмоподвеска стоит. Вячеслав Мамонов принимает участие в чемпионате по автозвуку второй раз. Свою систему старается совершенствовать. В прошлом году в своем классе ему удалось занять первое место. На этот раз конкуренция оказалась сильнее. За рулем 4 года, но автозвуком пару лет занимаюсь. Без задних сидений стояла система. В этом году Advanced 1-260 с задними сиденьями, то есть. В состязаниях на качество звука принимают участие владельцы обычных авто. Мощностью звукового давления обычно меряются профессионалы. Те, кто хочет достигнуть максимально высоких показателей. Качество звука оценивалось квалифицированными судьями при помощи специального тестового диска. У нас сертифицированные судьи, которые умеют прослушать каждый трек, и по каждому треку в судейский протокол заносит свои баллы. Есть специальная система оценок. Потом эти баллы суммируются, и, соответственно, высшие места занимают машинки с большим числом баллов. Максимальная мощность звукового давления, которую удалось выдать участнику чемпионата в Иванове, составила 153,9 дБ. При таком уровне шума находиться в авто запрещено. Человек может потерять сознание. Но ради победы чемпионы автозвука не жалеют ни средств на оборудование машины, ни собственных барабанных перепонок. В прошлом году рекордный для страны уровень шума составил 178 дБ. Новый победитель определится в августе. Финал чемпионата по автозвуку пройдет в Твери. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.